Одесса, наверное, единственный в Украине из крупных городов, где не было собственного планетария. Это нужно для образования, для детей. Мы проводим экскурсии, у нас огромный поток не только одесситов со всей Украины, и не только с Украины. У нас бывают гости со всего мира. Вот остатки. Ну, наша обсерватория была единственная в Советском Союзе, которая сама делала телескопы. Вот здесь механические мастерские. Ну, электронику я сам разрабатывал. У нас в маяках оптические мастерские. Они делали оптику. И вот все это собирали. Вот остаток, то, что мы не успели сделать. Это вот задняя часть телескопа. Это основание зеркала. Вот здесь устанавливаются механизмы разгрузки и зеркало. Это вот устанавливается на этом, на базе телескопа. Вот она база. То есть снизу и внутрь ставится зеркало. Вот сюда крепятся оси. И вот вам телескоп 1,30 м. Самый большой мы успели делать метровый, то есть диаметром метр. Он сейчас стоит в Словакии, потому что мы тогда сами, распад Союза и проблема, мы его не могли довести. И, мой друг, однокурсник, он тоже астроном, и он предложил свою помощь. И помог, так и восстановил. Сейчас телескоп работает. Ну, стоит в Словакии, потому что в степи ставить большие телескопы смысла нет. Нужны горы. У нас были станции на Кавказе, в Средней Азии. Ну, опять те же финансовые проблемы. Телескопы стоят, но мы даже не знаем, в каком они состоянии. Можно открыть. Это механизм ведения телескопа. При больших увеличениях, скажем, если поставить 240 крат, то звезда идет с поля зрения буквально за 20-30 секунд. А вот этот механизм как раз ведет телескоп, компенсирует вращение Земли. Телескопу больше 130 лет. Был приобретен в 1886 году. Английская фирма Томас Кук и сыновья. Вот здесь табличка. Приобретен на средства, пожертвованные доктором Ивановым в 1886 году. Доктор Иванов — это был сотрудник медицинского факультета, и он оставил свое наследство университету на научные цели. В основном на эти средства и был приобретен телескоп. Ну, практически с него и начиналась астрономия в Одессе. И до сих пор это работающий телескоп. Дело в том, что мы уже лет 30 не смотрим на звезды. В современных телескопах нет визуального канала. Это сейчас единственный телескоп здесь, который можно смотреть. Он большой научной ценности уже не представляет, скорее это уже как история науки, но тем не менее для детей, для молодежи, для студентов это имеет большое значение. Они могут прийти посмотреть на звезды, на планеты. Как у нас в городе не стало планетария, я просто сделал такой ремонт, перебрал полностью телескоп, восстановил механику. Здесь особые изменения не проводились. И потом нашел окуляры, которые можно поменять на более высокого разрешения, более качественные. В общем-то и все.
По-разному получалось. Там наблюдение Марса, когда появился Марс. Интересно, конечно, посмотреть на Луну. Или Сатурн хорошо виден. Вот тогда собирались, очень много было у нас. Мы просто проводили, я вот включал телескоп, наводил, говорил, сегодня вот будет такая-то планета видна или такие-то объекты. Пожалуйста, приходите. И люди приходили. Ну и сейчас тоже у нас постоянно проводятся какие-то мероприятия, лекции, экскурсии.